Солнце состоит из гелия и водорода. Вступая в реакцию, гелий и водород дают нам возможность говорить о том, что Солнце – это постоянно действующая электростанция. Термоядерные реакции постоянно действуют на Солнце. Несмотря на хорошую защиту Земли и расстояние в 150 миллионов километров от Солнца, светило все равно способно влиять на нашу жизнь. И далеко не всегда в плюс. Сейчас, по словам ученых, Солнце особенно активно. Поэтому мы порой ощущаем недомогание, перепады давления. А длительное пребывание на активном Солнце может и вовсе вызвать рак кожи. Поехали мы куда-то отдыхать. За границу или в Сочи, да, то есть, или высыпали ранней весной на дачу, да, и подставили спину, да, и сразу на нас обрушилась куча этого ультрафиолета. Очень неблагоприятно. На солнце у нас была дача. Ну, а на даче, знаете, как всегда, на очки надо было одевать. У меня и с глазами не все в порядке. Очки, как всегда, неохота одевать, вот. И вот образовалось и на глазу. А тут, может, как загорала, не загорала, я тоже кофточку оденешь. С короткими рукавами. У 83-летней жительницы Алейска несколько месяцев назад у глаза появился пузырек, а на руке пятно, которое вроде бы и не мешало, лишь шелушилось. Врачи направили к онкологу. Теперь женщине предстоит несколько сеансов лучевой терапии. Врачи такой вид рака кожи называют хорошим, ведь он на 100% излечим и не вызывает метастаз. Но есть и другой – меланома, которая вырастает из пигментных клеток и в перспективе может вызвать метастазы в любом органе. Те, которые я сказал, хорошие раки, базально-клеточные, плоскоклеточные, они возникают, как правило, на открытых участках кожи. Они локализуются в области головы и шеи. А вот если брать меланому, то она как раз локализуется больше на закрытых участках, на конечностях, на нижних конечностях, даже на нижних конечностях превалирует голень. Меланому сейчас, как и 10 лет назад, лечат с помощью оперативного вмешательства, лучевой и химиотерапии. Ничего нового придумано не было, говорят онкологи. Но и этот плохой рак тоже можно держать под контролем и жить долго. Если вас беспокоит появление новых родинок, они меняют цвет, или вы их ненамеренно травмируете, посетите врача. Одна у меня выросла по зиме. То есть я сначала думала, это что-то вроде прыщика. Стала наблюдать, а в итоге было покраснение, потом пятнышко, потом оно выпуклое стало, чесалось, одежда задевала, было неприятно, даже пластырь клеила. И в итоге появилась обычная родинка, которая сейчас меня вообще никак не беспокоит. Жительница Барнаула рассказала нам, что родинки появляются одна за другой, а вот найти время на посещение врача она никак не может. При этом онкологи настоятельно рекомендуют, особенно светлокожим людям, посещать медиков раз в год. Этого достаточно, чтобы выявить заболевание на ранней стадии. Кстати, меланому не всегда провоцирует активное солнце. Если образование на коже чем-то травмируется, во избежание плохого рака их лучше убрать, но только после консультации врача. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.